Дочь решила елочку сделать. Красивенькую. Красоту делать. Так, и остался у нас вот такой пятачок. Маша, аккуратненько. Ладно. Вот сюда мы этот пятачок сейчас приклеим. Что-то не нагрелся еще, что ли, клей. Так, и его можно даже туда иголочкой затолкать. Где у нас иголочка? Эта иголочка нашлась. Туда прямо его. Раз, два, три. Так, дальше что будешь делать? Я. Да, ты. Давай какую-нибудь приклеивать, да, штуку. Но я хочу все время вот так идти, ну, вот этими вот так. Приклеивать. А давай вот, вот такую, может быть. Давай. Такую не хочешь? Хочу. Ну, вот я так. Любые буду приклеивать. Ну, вот, смотри, чтобы она, знаешь, как висела? Вот так висела. Чтобы не где-то там внизу, ладно? Почему не внизу? Ну, внизу ты уже делала. Ну, Маш, что вы делаете? Ты сама будешь, да? Опять я схватила все и встала вместо тебя. Да. А я хотела. На-на-на, сейчас я вот это отрежу. Мне самой стало уж интересно. На. Все. Так, там клей уже согрелся. Можно вот приклеивать, как я хочу. Приклею, как ты хочешь. Ничего, да, аккуратненько. А что вот так это? А, это я отрезала так неровненько, да? Что, будет держаться? Будет. Может быть, вот так как-нибудь, вот так, вот так, вот, вот так, вот, вот, вот так сделать. Потому что тут не хватает уголка, видишь, как? Или вообще вот так сделать, вот сюда его. Вот так. Не хочешь? Я хочу все время. Ладно, делай так, как хочешь. Опять я к тебе лезу. А можно немного приотрезать? Отрезай, отрезай и делай. Все, я больше ничего не говорю тебе, делай как хочешь. Не, лучше так, Маш. Ну, да, вот так отрезают обычно. Так, раз. Угу. Я не могу не лезть. Давай. Что ты так ими стрижешь? Да. Вроде не обожгись. Боишься? Страшно? Нет. Резала, 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 резала. Нет, нет. Вот это надо сразу все удалять, потому что оно, видишь, как... Некрасиво. Дальше. Не хочу вот это. А если ее попробовать вот так вот сделать, прям вот так впритык, чтобы она вот на этой лежала. Мне кажется, красивее будет. А так? Ну, смотри сам. Маш, ну вот серьезно, так ножницы мне режут. Ну вот, вот так, раз. На вот этими. На вот этими. А что, вот эти, а это ткань? Это ткань. О, это значит, ткань можно. Интересно, ты так режешь прям, вот интересно. А вот эти куда хвосты? Их бы вот туда бы загнуть. Ну, давай. Ай! Горячий же, я же говорю, Марусь. Может, чуть-чуть охлади? Охлади, конечно, отрежь. На. Чего, сильно обожглась? Может быть,
не знаю, вот это черное тут вообще нужно было. Ну ладно, давай дальше. А вот эти ты будешь приклеивать или уже нет? Кстати, оно тоже будет хорошо смотреться. Ну да, я хочу вот это вот так приклеить. Можно? Можно, конечно. Не, ну ты это в конце приклеишь. Ты сначала ее вот так всеми этими штуками заклей. Вот еще у тебя я есть. Я хочу это отрезать. Можешь отрезать? Нет. Не поэтому. Ну, ты маму пригодилась, да? Нет. Маш, ты забыла, что ли, что ты клеишь? Клей, знаешь, как быстро застывает этот? А ты пошла что-то разминать другое. Ну что, думаешь, что ли, или что? Можно их вот так держать, ножницы, а не сверху. Да, можно. Вот так вот нам надо всем работать. Никуда не спешить, спокойненько сидеть и колупаться. Да, Марусь? Да. А то я все бегом, бегом, давай, давай, давай. А, кстати, смотри, как вот тут можно вот эти все сделать. Вот такие тун-турун-туру-ту-тун. Не по краям, да, как оно шло, а вот так прям посереть. Смотри, какая красота. Мне кажется, больше туда ничего и не надо. Я хочу вот так сделать, а вот это... Ну, делай, как хочешь. Давай, делай. Чего тебе не хватает? Можно еще пойду поищу вот этих? Кстати, у тебя... А, вот, смотри, у нас же еще были где-то. Вот они. Смотри, сколько всяких разных. Да. А можно их так приклеить? Да, их можно прям так приклеить. А можно вот так? Можно. Ну, как они так? Да, вон. А что так? Все вот так. Так много сразу, что ли, кучей? Ага, все хочу. Не, ну ты все клей, но не такой кучей, а то они некрасиво смотрятся кучей-то. Я не буду кучей, я каждый день вот так да. Клеить. Ну, можешь либо туда, либо на этот нанести. Раз, и приклеивай его. Сильно прижимай. Ага, все, следующий. Надо включить, надо уже, он сейчас остынет. О-о, не удержала. Угу. Я вот этот косяки немножко удалю, изменю, подклею. Можно мне, пока ты там клеишь? Так. Куда вешать их будем? Я хочу. На твою елку? Угу. Можно я вот тут еще приклею? У нас, в общем, пошел кооператив. Кооператив Кошелевых. Вот какая у нас получилась третья. Все, да? Все, да, такое вот ставишь? Может, да. Вот это черненькое чем-нибудь? Вот такой вот штучкой. Смотри, как вот так раз. Да, хочу. Да, я сейчас я отрежу. Приклеивай. Вот и все. Получилась красота. Вот это бы еще тоже бы что-то туда сделать. Ну ладно. В общем, придумаешь что-то еще. Можно мне еще сделать? Еще делать? Мария, куда мы их будем ставить? Зови их уже три штуки. Ну, пошел. Не, ну делай, конечно, а уроки когда пойдем делать? Потом, видите, как ребенок решил уроки променять на поделки. Что учителю скажем? Что немного не доделали уроков. Ну все, красота. Так, все убираем и любуемся результатом. Да, вот такие вот три елки получились. Это, конечно,
Такая веселенькая, видишь, чем дальше делаешь, тем больше фантазия просыпается, да? Хочется еще как-то сделать еще, еще, еще. Тун-тун-тун. Может, раз. Ну все. Всем пока-пока, мои хорошие. Наслаждайтесь красотой. Да, Мария, скажи да. Всем пока. Пока-пока.